Следующая фишка, о которой мы поговорим. Я быстро начинаю, но быстро остываю в процессе работы. Я даже не буду спрашивать, есть ли такие люди в чате. Обязательно кто-нибудь есть. Поэтому смотрите, это все из-за слишком глобальных планов. Вы представляете, громадные планы, там, свернуть горы, там, написать рок-симфонию, построить миллиардный бизнес. И вместо этого они начинают много работать, потом сдуваются. Это хорошая стратегия мышления, опять же, если вы занимаетесь организациями эвентов. То есть вы там неделю-две впахиваете на организацию вечеринки, вечеринка закончилась, она вся потрезвели, и вы занимаетесь организацией новых вечеринок. Не у всех такая жизнь. Не у всех у вас жизнь состоит из проектов, каждый из которых имеет длину в месяц. Поэтому я бы сказал, что это проблема из-за слишком глобальных планов. То есть я считаю, что умение двигаться вперед и воспитывать в себе стратегию достижения цели. Об этом мы очень подробно говорили в тренинге «Цели 2.0» и в самомотивации. Ключевой инструмент – это ратификация. Книжка «Успех», тренинг «Самомотивация».